Я Семенюк Костянтин Вікторович, 15.03.1996 року народження. По позивному «Птиця» прибув по заданню Айдара для коректировки, огня по російським воєнослужащим. Прибув в составі 8 чоловік. 6 мужчин и 2 женщины. Также я передавал информацию на населенный пункт Васильков, где расставлены грады между жилыми домами для того, чтобы наносить бой по российским войскам.